Привет всем, кто смотрит это видео, очередной день. И за моей спиной вы можете увидеть площадку, на которой я хотел сегодня потренироваться. Но так случилось, что Единая Россия закрыла все входы в этот парк, сквер, я не знаю, где много разных турников, брусьев, где площадка для скейтбординга. То есть создается впечатление, что никто в Единой России не хочет, чтобы ребята занимались спортом в свободное время, могли открыто приходить на научные площадки и заниматься. Такая ситуация мне непонятна, и было бы интересно, как они прокомментируют, почему такой замечательный спортивный объект, на который, видимо, было потрачено очень много денег, учитывая количество конструкций здесь. Видите, там еще стадион в центре, еще справа какие-то конструкции, слева конструкции. Закрыт. Очень интересно. Ну, как бы то ни было, придется искать другую площадку, благо что-то вроде есть по соседству, и заниматься там. А жаль. Ну что ж, я нашел неподалеку здесь другую площадку. Она выглядит совсем не так, как выглядела предыдущая, верно? Но других вариантов для тренировки у нас нет, поэтому будем заниматься здесь. Очевидно. Такая площадочка, не знаю, детская, не детская, но очень странная и по высоте. И вот это, например, для чего сделано, для австралийских, если. Очень странные проекты. Очень интересно узнать, чем руководствовались их создатели, которые, видимо, сами никогда ничем не занимались. Потому что если человек хоть чем-то занимается, он такую ерунду придумывать не будет никогда. И это печально. Ладно. Сегодня новая техника. Вторая продвинутая техника. Перемещение в пространстве. Она немножко посложнее, чем техника с паузами. По времени будет занимать у вас примерно столько же. Может быть, даже меньше, потому что выпады будут идти прям динамично. Не так, что сначала на одну ногу все, потом на другую. Нет, будут идти динамично. И это позволит сэкономить немножко времени. Ну, как вариант. Можно делать, конечно, и на одну. Нет, нельзя. Надо делать смены, чтобы было перемещение. Вот. Пишите свои впечатления, на самом деле. По мне, так это вот как раз посложнее чуть-чуть, чем паузы. Соответственно, она и стоит второй. Вот. Какие дела? Что мне еще сказать? Я расстроен, что мне не удалось на той площадочке необычной позаниматься, потому что я думал, что-то новое будет. А в итоге опять старая фигня какая-то. Вот всегда так. Ладно, я все, разминаюсь и записываю.
Вот так вот прошла тренировка. В паре мест я немного ошибся со счетом. На выпадах я вначале думал делать их, перемещаясь по квадрату, но быстро понял, что это не вариант, поэтому вернулся к первоначальному, как их нужно делать варианту. Ну и пара мыслей. Во-первых, как я уже сказал, убедитесь в том, что поверхность, на которой вы будете тренироваться, делать выпады, перемещения в отжиманиях, она ровная, чтобы ненароком вы не поставили руку-ногу на неровную поверхность и не подвернули себе что-нибудь. Особенно в пылу тренировки это может произойти. Второй момент. В выпадах, когда вы делаете, чтобы была прям чувствовалась нагрузка, то старайтесь сжимать себя ведущей ногой. То есть, когда вы идете вверх, когда вы разгибаете ногу, старайтесь вот вес держать на ней, чтобы на ней была больше нагрузка. И не отталкиваться задней ногой. Таким образом, вот балансируя развесовку, вы можете увеличить и уменьшать нагрузку на переднюю ногу. И, соответственно, упражнение будет либо больше чувствоваться, либо меньше чувствоваться. Заднюю ногу вы переставляете, стараетесь, вот вы уже полностью выпрямились на одной ноге, и тогда уже переставляете заднюю в другую сторону, а не так, чтобы эти движения были соединены. Это тоже усложнит упражнение. В отжиманиях вроде все просто. В подтягиваниях на квадратном сечении перекладины очень неприятно перемещаться. На круглые куда приятнее. И желательно, конечно, иметь достаточно длинную перекладину, чтобы вы могли хоть где-то передвигаться, перехватываться. Вот, что еще? Вроде, наверное, все. Меня опять бесит эта переменчатая погода, потому что вчера было минус 5, сейчас плюс 3. Я делался на минус 5, минус 7. Мне дико жарко. И, блин, меня это раздражает. Вот это вот перепады. Хрен угадаешь, как нужно именно одеться, чтобы было комфортно заниматься на улице. Вот, поэтому смотрите всегда на градусник за окном, перед тем, как будете выходить, если вы тренируетесь на улице, а не дома. Если дома, то там всегда комфортно, комнатная температура. Ладно, новую технику я вам показал, надеюсь, она вам понравится. Увидимся завтра на новой тренировке. Вторая неделя продвинутых техник пошла. И еще две техники у нас впереди, после этого. Будет интересно.